30 мая Тверь присоединилась к крупнейшему в России полумарафону с синхронным стартом «Забег.рф». В областной столице участие в мероприятии приняло около 1200 жителей. Об итогах забега расскажет наш корреспондент. 5, 4, 3, 2, 1. Синхронный старт забега – одна из уникальных особенностей всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. В 2021-м, несмотря на прохладную погоду, на старт забега РФ в Твери вышло около 1200 человек. Самое главное – это вот то, что здесь сейчас на площади происходит. И не только, и вдоль пробежки марафона. Множество детей, молодых людей, людей в возрасте, совершенно разного. Я подошел к людям, которым не только за 60, за 70, и они бегут. Замечательно. Мы соединяемся по такому хорошему поводу. Это так приятно. Маршрут забега всероссийского полумарафона в Твери прошел по центральным улицам города. Местом старта стала площадь перед стадионом «Химик». Участники могли выбрать дистанцию по своему уровню подготовки. От 1 километра для начинающих до полумарафона для опытных бегунов. Кажется показательно, что 2 года назад, до пандемии, нас было порядка 600 бегунов, а сегодня почти больше в 2 раза и даже больше. И это показатель того, что 2020 год, да, нас еще и подтолкнул к тому, чтобы следить за своим здоровьем, больше заниматься спортом, делать это вместе со своими друзьями. Все участники забега получили памятные медали. Победители и призеры на отдельных дистанциях и в абсолютном зачете стали еще и обладателями официальных наград и ценных подарков.